Добрый вечер, шановные глядачи нашей курилки. Коли вы уже стомились от метаструктурализма и всего остального, коли стомились от складной математики, то зараз будет нашмат больше простая тема, бо я привык працевать со школьниками, часто с меньшими школьниками. И тема «Иншопланетян» не может не хвалевать каждого человека. Это постоянно муссируется в наших сродках массовой информации и так далее. Сегодня с ранку я отримал послание от иншопланетян, и я не ведаю, как его расшифровать. Вот вам раздали листики маленькие, на этих листиках не зрозумело, что, ну, биты 0, 1, 0, 1. Кто с долей расшифровать перше, поднимайте руку, тому шоколадка. Ну, а мы поговорим про то, что мы пересылаем людям, что, где мы шукаем иншопланетян и что нам с вами удалось найти. Коли мы будем думать, где шукать иншопланетян, то вариантов есть несколько. Первый – на нашей Земле, может, и на сирот нас. Другий вариант – у Солнечной системы, там, где можно долететь на неких наших сродках. А третий вариант – на далеких планетах, у далеких зорках, те галактиках, где с ними, ну, у лепшем выпадку можно те связаться, те просто отримать некий сигнал. Вот мы сегодня эти три варианта разглядим. Что нашли на Земле, что нашли на Месяце, что шукаем у далеком космосе. Коли мы говорим про земный феномен НЛА, неопознанных и летающих объектов, кто из вас бачил НЛА? Поднимите руку. Я бачу, докладно. И думаю, что из вас так само шмат кто бачу. НЛА, неопознанный летающий объект. Коли вы что-то бачили, что нечто летит и не могли познать, что это такое, то это есть НЛА на самой справе. Практика показывает, что практически все факты назирания этих объектов, которые добро задокументованы, тлумачатся, на жаль, простыми побутовыми з'явами. Целую коллекцию собрали их ученые. Серед самых популярных тлумачений то, что часом люди выдают за иншопланетян. Как ни диво, яркие планеты. По статистике, серед тех, кого опознали, 27% уведомлений приходят от яркой Венеры. Я двойче памятаю, как наш телеканал ОНТ робил репортажи про неопознанный летающий объект, который завис над городом Брестом и над чем-то еще. До военных звертались, до уфологов звертались, ну, до астрономы не догадались звернуться. Венера может быть вельми-вельми яркой, и когда умовы назирания сприяльные, именно это вечеровые умовы назирания, когда вечера люди не спят, по целым свете прокутывается шквал назирания иншопланетных талерок под выглядом Венеры. Я у 10 классе сам бег про весь город, высунувший язык за телескопом, потому что что-то на небе з'явилось раптовно, опынулась Венера. Так что мне так само сором у гэтым. Другие популярные объекты — это полярные зяни. У наших краях вельми редкие. Это, да, речь у нас под Минском Раубиче. И когда кто-то убачит раптом на небе такие цікавые сполохи, часом фонтаны такие, которые просто расцветают на небе, то может так само вырашить, что это что-то иншопланетное походжение. Добрый ведаю приклад у Глыбоцким районе. Уфологи наши белорусские, ну, хоть такие науки не існуя, але уфологи есть. Яны приезжали и что-то копали каля вёскі удзела, разбирались с людьми, у выніку разобрались, что поведомление про иншопланетян опынулось полярным зянем. Еще варианты. Эффекты гало. Вот такое свечение вокруг Солнца. Учора, до речи, пробачьте, у неделю вокруг Солнца было кольцо гало. А вот, например, при заходе Солнца паргели эти солнечные собаки, как их называют. Часом люди принимают за что-то немного походжение. Наши земные, совсем земные объекты. Китайский лихтар, який хит сезона. Каждую субботу мне постоянно рассказывают, что все бачили на небе, потому что веселье запускают. Те теперь веселье перешли, модно запускать вот такие шарики с диодиками, причем они мигтят. И когда у всех это сграя шарики улетит и по небе мигтит, даешь разными колерами, таких поведомлений вельми шмат, мне часто доводится на такие питания отказывать. Яркие спадорожники. Когда по небе летит МКС, и она по яркости, как самая яркая зорка на небе, и все небо перелетая, то можно удивиться, что это такое. Когда люди не ведают, что там есть подорожники, то удивление обеспечено. Але еще есть некоторые подорожники, которые имеют широкие плоские элементы, солнечные панели или что-то иное. Например, серый иридиум с подорожники сувязи. Они могут вспыхивать, вот их на этом фото показано, до минус 8 величины. Ну, это разов 5-6 ярче, чем Венера. Так что это тройче НЛО отрымливается. И их так само часом выдают за что-то такое незразумелое. Некоторые подорожники летают, некоторые уже не летают. Сгорают у земной атмосферы, потиху спускаючись по орбите ниже и ниже. Подчас сгорания рассыпаются на шмат ковалку, кидают в огненные хвосты по небе. На самой справе ничего тут иншопланетного нема. Это все наше земное. Вот летось я в Минску такое бачу. По небе летело, желтые рассыпалось на ковалке. Хотя такие поведомления часто сустракаются. И больше далекие каменчики, которые сгорают у нашей атмосферы, болиды. Ну, тут дробники подается на фото. Тут панорама просто больше, чем 180 градусов. Это был вельми яркий метеор, зеленого колера, который чиркнул по небе. Вспышка была вельми яркая. Такие объекты часто люди издивляют. Некоторые могут достигать яркости, как полный месяц и солнце навод.
Пойдем далее. На Земле мы вырешили, что ничего интересного особливо нам не найти, тому, ну, принамсі, до этого часу мы пока ничего не нашли. Нема ни водного подтвержденного свечения, что иншопланетяне тут были, менавіта науково подтвержденного, я не кажу про телеканал РЕН-ТВ и все остальные доказы. Пойдем у Сонячную систему. Вот тут бывает часом не так однозначно. Например, по пошуках иншопланетян у Сонячной системе Алексей Архипов, украинский ученый, смог оборонить кандидатскую диссертацию. Ну, мусить один у свете кандидатскую диссертацию по иншопланетянах. И вот, когда самый ближайший объект с нами пошукать, то это, конечно, будет месяц. Может быть, там ничего разумного нема, может, там никогда давно что-то разумное было. На думку, у первую чергу приходят так званые короткочасовые месяцовые з'явы. Вось на этом здымку что-то незразумелое успыхнуло посярод месяцового диску. Некоторые ученые отвергают эти з'явы, частей их фиксуют аматоры астрономии. Причина, почему аматоры, а не профессионалы, фиксуют, вельми простая. Ни водная профессийная обсерватория не сочит круглыми сутками бесперапынно за нашим месяцем. А астрономы-аматоры часто могут что-то зафиксовать. Але докладно ведомо, что сочили. Когда американцы летали на месяц, то за месяцем сочили серьезно. И американские ученые фиксовали шмат чего незразумелого. Коли вот это вообще незразумелые з'явы размерковать по поверхне месяца, то выйдет такая вот карта. И оказалось, что эти все з'явы концентруются по певных объектах, особенно по неких кратерах конкретных. Самым рекордсменом стал молодый кратер Аристарх, который находится вот тут у океане Бур. Выходит, эти з'явы у первую чергу не подобны на иншопланетян. А это помутнение поверхни, изменение колера неких кратеров, что-то еще худшее за все, это все-таки не иншопланетное проявление, это что-то тектонично, может, навод вулканично на месяце, хотя тектоничная и вулканичная активность давно уже повинна скончаться. Тем не менее, поведомления протягивают час от часу з'являться, и некоторые загадки на месяце есть. Есть цікавая карта, на поверхне месяца часто люди фиксуют объекты, которые рухаются. Ну, этот дымок выдают так само за что-то, что рухалось около месяца, я не могу его никак вам подтвердить, але карта размеркования объектов, которые рухаются по месяце, показывает, что это размеркование саправду неравномерное, и что-то, что рухается, концентруется близу основных месяцовых моров. Ну, бачите, в очки, носик, ротик, как полный месяц, когда вы назираете так само на тварик подобный. Хотя тут так само критики кажут, что это просто больше темные, ровные участки, однородные, нема кратеров, и тому эти участки просто на фоне их легче что-то зауважить птушечку, и что-то иншее земное. Так что питание протягивает оставаться открытым. Той самый Алексей Архипов, який оборонил диссертацию, про которую я сказал, попробовал сделать наступное. Есть способы автоматичной опрацовки земных снимков с космоса, где можно, так званые фрактальные методы, там, где можно находить легко автодороги, аэропорты и другие штучные сбудования в автоматичном практичном режиме. И вы решил про такую программу прогнать целую базу снимков месяцевой поверхни. И познаходил шмат чего интересного, что он ставит под некоторые питания. Вот такие интересные структуры на дне некоторых кратеров. Мне, конечно, не хочется лечить, что это некое подобенство месяцевых городов, хотя на структуру дорог Минска тут нечто подобное. А летом Еменшин сам свержает, что нельзя так само было сказать по сдымках там тех же месопотамских зиккуратов, что это штучное сбудование, войны полуразбуранные, и потребует больше деталевого вывучения этих регионов, якое пока не проводилось, тому, кто хочет верить у иншопланетян на месяце, у вас зачепка невеличкая еще есть на самой справе. Вот еще приводят некоторые другие снимки в интернете, але где так само штучная структура, тут, на жаль, может не совсем добро видать, тихо, там не сблизу, але тем не менее, там структура подобная на месяцовый город. На жаль, все остальные объекты, которые подписаны тут, как замок, как что-то еще, это просто дефекты фото, так что это взято с некого уфологического сайта, тому верить подписам тут не обовязково. Конечно, месяц, ну, коли там и было разумное житё, сенс, там, где нема атмосферы, нема воды, инших умов. Давайте будем шукать житё там, где хоть некие больше зручные умовы. Первая думка приходит в голову — Марс. Конечно, те есть житё на Марсе, те нема, на вуце, да гэтлю, конечно, еще неведомо. Поверхне Марса, сдается, это пустыня, покрытая камнями и пяском, тем не менш есть спадевание, что, может быть, под грунтом хотя бы находятся некие следы житё. Может быть, десять под полярными шапками есть некие намеки на житё. Нам что треба для Марс, для життя, каб было больше-менее тепло и каб была вода. Воду на Марсе не так давно открыли, вот такая картинка гуляла по интернете, але это только прелюдия, скажем, саправдная вода на Марсе была и есть и по сегодняшний день. На подробязных сдымках поверхни Марса можно убачить руслы рек, якія некалі там текли. По могутности этой реки часом шматразово переузыходят на ту же самую Амазонку, например, нашу, вот еще река. Это не то, что называли марсианскими каналами, это реально руслы рек.
Так что, видать, на Марсе ранее было шмат воды, якая текла, утворала океаны, моры. Куды теперь поделася? Худше за все за низкой гравитацией Марса, просто атмосфера потиху рассеивалася, вода выпаралася, переходила в стан замерзшей, у газоподобной, а то выпаралася и покидала атмосферу Марса. Чому ж теперь нема атмосферы, а была ранее? Бо ваткая вода при теперешней атмосфере не может в уголе принципово існаваць, вельми слабенькая атмосфера. Виноваты у гэтым вулканы марсианские. Гэта хоть и мастацкий здымок, але показывае, як приблизно будзе выглядаць самая вялікая гора, самый вялікі вулкан сонечнай системы, гора Олимп на Марсе. Дыяметр яго приблизно, як дыяметр нашай Беларусі, вышыня 27 кілометраў. І вось таких монстров на Марсе будут 4. І штось яшчэ дробненькое сустракалася. Такі магутны вулканізм приводзіў до того, что атмосфера насычалася газами, конечно, вуглякістымі газами, парами серы и гэтак далей. Але температура, ціск былі дастатковыя, каб вода могла існаваць і падтрымлівацца доўгі час. Астылі нетры Марса, тектоніка аслабла, вулканы пагаслі, усё, атмасфера патиху разляцілася, бо Марс у разу 10 лягчэйшы, чым наша планета Земля. Але зусім недавно НАСА, дарэчы, вельмі інтрыгавала перад гэтай прэс-канферэнцыяй, што мы штосьці вам раскажам супер незвычайнае пра Марс, і ўсе ўжо думалі, што там нарэшце адкрылі жыццё. Народа сабралася на канферэнцыю, аказалася не, адкрылі ваткую ваду. На стенках кратараў, у некаторых відаць такія падцёкі, яны год ад года мяняюць форму, канфігурацыю. На Марсе і сёння ёсць ваткая вада, праўда, вельмі непрыемна для піцця, вельмі салёная, насычаная таксічнымі солямі, для нас таксічнымі. Тым не менш, вада там ёсць. А калі казаць не пра ваткую, то у святле апошніх 10-15 годов мы докладно ведаем, что Марс увесь покрыты великой колькостью воды в форме льду. Особливо концентрация высокая каля полюсов. Там находятся такие полярные шапки, подчас зимы они утвораются. Ранее думали, что они с вуглекислого газа, які замерзае, сухі лёд. Аказваецца, не. Вуглякіслы газ толькі зверху пакрывае, знізу там вялікія залежы вадзянога і льду. Так што на Марсе вада была, значыць, усе былі умовы для таго, каб жыццё магло існаваць. Праўда, усе пошукі, якія мы толькі не праводзілі, пакуль паказваюць, што ніякіх прыкметаў жыцця на Марсе, на жаль, няма. Першыя, канешне, пошукі былі цікавымі. Апарат Марінер, калі не памыляюся, які адправіўся на Марс з пасадкай на яго паверхню і з пошукам жыцця ў тым ліку спачатку тэсціравалі ў зямной пустыні. Ведаеце, любая пустыня, любая там наша дно, заўсёды шмат жыцця. Апарат у пустыні сказаў, што жыцця няма. Ну, так што першыя доследы, канешне, на Марсе былі не зусім правільнымі, але цяпер ўжо сучасныя методыкі дазваляюць любыя сляды бактэрый знаходзіць. На жаль, не знайшлі наша ні марсахода, ні модулі. Адна ёсць невялічка загадка. У атмасферы на Марсе ёсць крышачку метану. Метан утварацца можа на Земли якими способами? Ну, плод жыццядзейнасці бактерий у страўніках жывёл, фактично, пробачьте, пукаем, и вось вылетает этот метан, добра насыщает атмосферу, гниение раслин и так далее. И проценту 10 тектоничная активность. На Марсе тектоники уже нема, мы вырашили, значит, хтосьці. Концентрация метану вельмі малая, і калі хтось там і сядзіць пад паверхні, то пакуль нема спосабаў там штосьці шукаць. Метан спрабуе тлумачыць некаторымі іншымі спосабамі. Дадам, што пад уздзеяннем сонечнага ультрафіялета метан разбураецца хутка. Таму раз гэты метан ёсць, значыць штосьці пастаянна яго там папаўняе, але я яшчэ раз скажу, там нашмат менш, чым на зямлі яго. Другія аб'екты сонечнай сістэмы. Цяпер у мяне ўжо не слухаецца прэзентар. Напрыклад, спадарожнік Юпітэра Еўропа. Здаецца, там холодна, далёка ад сонца, але ўся Еўропа пакрыта льдамі. Дзякуючы прылівым сілам з боку Юпітэра, нетры Еўропы разаграюцца. І ёсць вялікае падазрэнне, што пад гэтым льдом знаходзіцца сапраўдны акіян, дзе можна было б некім існаваць жывёлам, таму што тэмпература дастатковая, вадкая вада ёсць, хіба што не будзе сонечнага святла. І гэта тэорыя адназначна пацвярджаецца. Вось, дарэчы, буйным планам разлома льда, яна пастаянна мяняе канфігурацыю, ламаецца, трэскаецца. На Европе не так давно знайшлі гейзеры, якія фактычна вулканы, якія вывяргаюць не лаву, а вадзяную пару, лёд. Гэта азначае, што дзесьці там пад льдом ёсць вадкая вада. Лёд дзесьці трэскаецца, пад ціскам коркі гэта вада адразу туды накіроўваецца і вылятае такімі фонтанамі. Такія ж самыя гейзеры знайшлі на спадарожніку Энцелад, спадарожнік Сатурна. Таму вадкая вада ёсць, цяпер застаецца пытанне, як якісь даследаванні правесці. Хто быў на Курылцы, калі не памыляюся, нумар 2, там расказывалі, як бурылі возера Усход у Антарктыдзе, колькі там намучыліся, колькі гадоў. Там таўшчыня коркі была нашмат менша, чым на Еўропе. Як бурыць гэтую корку пры дыстанцыйным кіраванні, пры аўтаматычных станцыях, без палёту спецыялістаў, пакуль пытанне зусім нават якое не ставіцца на павестцы дня. Ну і
давайте паспрабуем пошукать зорки у іншых куточках галактыкі. Раз у нашай сонечнай сістэме пакуль нічога не знайшлі, хоць ёсць для гэтай перадумовы, то давайте пашукаем, можа быць, з намі хтось спрабуе паразмаўляць з іншых сонечных сістэм і зорных сістэм. Конечно, коли есть здесь инопланетяне, то прости за все их шукать каля некий зорок на неких планетах. Может быть, они летают на своих гигантских космических кораблях по межзорками, але худшее за все базируется здесь в нормальных местах, как и мы. Тому треба прослуховывать, просвечивать, сканировать место каля зорок. Коли шукаем иншие зорки, треба подумать, есть там планеты. И возникает первое питание, как отшукать планеты у иншых зорок? За апошние 2-3 десятилетия астрономы сделали целую революцию в этом накерунку. Коли ранее могли часом задать питание, может быть, мы одни, не только как люди одни у сосвете, але и наша сонечная система свыше уникальная с планетами. Теперь питание однозначно не. Способы пошуку планет есть шмат, але два есть самых популярных способы. Первый – эффект Доплера. Вы, напомню, чули, коли худкая допомога проезжали, коли вас с уключенной сиреной, гук таки «ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви» ниже иди. Коли она до вас наближается, то вы успрымаете частоту гука выше, чем есть на самой справе, коли отдаляется – ниже, чем на самой справе. Эффект Доплера выкористовывается, может применяться не только для гуковых хвалей, например, для светловых. Еще кто скажет, кто користается эффектом Доплера, кроме астронома, вельми активно? Даишники, так, у своих приборах вымерения хуткости так самым користаются. Так вот, поговорим про небесных даишников. Коли у нас планета зорочка крутится, и она же крутится вокруг агульного центра масс, планету мы не бачим, но она ж малюсенькая, близко от зорки, ни у які телескопы там не зауважить ее. Але зорка так само будет слабенько крутиться, то отдаляться, то наближаться. Значит, хвали, які йдуть от ее, электромагнитные, будут изменять свою частоту. Вельми-вельми слабо, але это можно зафиксовать. Для фиксации этого використовуются вот такие гигантские приборы, спектрометр, який стоит на телескопе КЕК, 10-метровый монстр на Гавайях. И еще один такий есть такий в свете спектрометр с такими же магчимостями. И вот этой слабой зрухи худкость у 1 метр у секунду зорки можно зафиксовать при допомозе этого огроменного аппарата. Таким чином мы смогли открыть каля нескольких десятков, даже пару сотен планет, переважно, правда, подобных на Юпитер и вельми гарачих, потому что этот метод працует таки по массивных планетах, которые близко от зорки. А другий способ – непосредственно попробовать зафиксовать этой планеты. На жаль, я показал амаль, что все сдымки планеты, которые снуют на сегодняшний день, их там литерально на пальцах руки можно перелишить. Вот после жудостной опрацовки одна, другая, третья, четвертая, некоторые планеты можно зафиксовать непосредственно на фотографиях, остатние только ускосно. Ну и третий вариант, который стал теперь хитом опошнего десятигодия. Коли планета будет проходить помеж зоркой и нами, то она трошечки-трошечки перекрыет светло Солнца. Ну, совсем трошечки. Наша Земля у 100 раз меньше, чем Солнце. Ой, пробачьте, зорки. Наша Земля у 100 раз меньше, чем Солнце. По площади это будет у 10 тысяч раз меньше. Фактично, коли Земля проходит до иншопланетян по диску нашего Солнца, яркость Солнца изменяется на 1/10000 долю. Але наши сучасные матрицы фото могут фиксовать изменения на вот у 1/100000. Только для этого треба отправиться в космос. Как наша атмосфера не перешкоджала. У 2009 году запустили уникальный проект телескоп Кеплер, який потом помер, потом ожил и працюю по сегодняшний день, выдающий, просто вымирающий бляск целых гигантских массивов зорок. И коли планетка проходит перед диском зорки, и он бачит, что эта зорка раптовно трошечки изменшила свой бляск. Таким чином удалось открыть на сегодняшний день несколько тысяч уже планет, но не у всех это открытие покуль подтвержденное. Только частка их тут на этой схеме показана. Вот это самая гигантская матрица, при допомозе якой робятся эти фотоздымки. И сярод этих планет, что самое цікаво, большасть опанулась помером с нашу Землю. У некалькі разов больше, чем нашу Землю, и навод меньше, чем наша Земля. Дякуючи проекту Кеплер мы отшукали гигантскую колькость землеподобных планет. Ну, думаю, что несколько десятков из их подобных на Землю по померах, махчима по физических умовах. Одна еще проблема, треба ж не только как померы, масса были, как у Земли, треба ж, как еще и там было не горячо, например. Есть так званая зона выживания у каля кожной зорки. Это некий такой пояс, у яким температура на поверхне планеты будет не занадто горячая, как тут, и не вельми холодная, как тут. И опынулось, что ладный ковалок из этих нескольких десятков землеподобных планет мы открыли как раз у поясе выживания, у этом зоне выживания. Так что есть подевание, что коли мы житё наше правильно разумеем, что оно может возникать спонтанно, при наявности воды, доброй температуры и так далее, что на планетах саправды есть сенс шукать житё. Дадам, что вероятность, что планета у вас пройдет по диску зорки, вельми низкая, они же могут орбиты быть хоть як ориентованные. Мы ловим
вельми малую долю планет. И коли наловили землеподобные планеты с придатными для життя умовами, значит, махчим их вельми шмат. Тады давайте полечим, кольки там может быть разумных цивилизаций. У любой популярной литературы вам подсунуть формулу Дрейка, скажут, это ж просто, перемножьте вы парочку множников, ни интеграла, ни кораню, ничего нема. И одразу отрымаете колькость иншопланетных цивилизаций. На жаль, это худший популизм, на мой погляд, бо большую частку этих множников покуль не махчимо оценить. Я родых, например, вероятность того, что житё на планете станет разумным. Мы только на нашей планете ледве разобрались, и колено стало разумным. Там час иснования разумной цивилизации, например. Ну, мы еще это не поспели погубить, как вымереть час и основания. Тому все эти множники остаются пока слабо оцененными. Кто-то теперь умножает, отрымливая миллион у нашей галактики, кто-то теперь умножает, каже один, и мы навод ведаем, кто это. Тому есть разные подходы, и эту формулу пока не лечу, что треба успринимать всерьез. Тем не менее, у 60-е годы минулого стагодия появился гигантский оптимизм у пошуку иншопланетян менавито на других объектах. И возникло питание, как будем с ними связываться и их шукать. То, что лепш за все доходит на великие отдыхлости, это радиохвали. Мы выкористовываем их для связи, мы можем будовать радиотелескопы гигантских померов, тому мы можем достаточно могутые сигналы отправлять у новокольную простору. Есть сподевание, что иншопланетяне так само могут что-то нам передавать у радиодиапазоне. Скептики, конечно, сверджают. Человечество живе 2 миллиона годов, за их каля 100 годов маем радиосувязь. Про 100 годов уже забудем про ей, как про страшный сон. Тем не менее, ну, какая вероятность, что иншопланетяне на этой стадии. Тем не менее, зачепка з'явилася и началось прослуховывание на многих радиотелескопах космоса. Возникает это питание, на какой частоте будем с вами слухать? Мы ведаем в радиоприемниках, крутим ручку, переключаемся помеж каналами, частотами, а на каком канале с нами иншопланетяне размовляют. Есть один вельми популярный канал, наши земные передатчики специально николи не передают в этом диапазоне ничего. Это должение хвали 21 сантиметр, 1400... с хвостиком герц. Я докладно не скажу лишь бы пробачьте. На этой частоте активно выпроменивает межзорный водород, который находится в нашей галактике. И вот лечится, что иншопланетяне, напевно, на этой даже не хвали захочет с нами поговорить. Мы бы так сделали. Потом подумали, а что, коли частоту у два раза больше взять, у три раза больше, те у два раза меньше, у три раза меньше. Усе кратные частоты. А что, коли взять иншие, а раптом иншопланетяне про водород, то и не ведают. В вынику колькость каналов, которые треба прослуховывать, начала расти лавиноподобно там до миллиона доходить, не стало уже хапать просто сродку величальных для того, как эту информацию разграбать. А тут потиху и финансование начали уразать. Мы гигантские гроши бабахаем, вы за 20 годов не нашли ни водного зеленого человечка. Тому была придумана гениальная идея сделать размеркованные разлики. Створили интересную программу, которая называется «Сети at Home», и по сегодняшний день она протягивает працевать, обновляться. И может каждый усталевать на свой компьютер, коли он не выкористовывается, замест заставки скринсейвера запускается программка, грузит из интернета некую порцию даденных с певного радиотелескопа и опрацовывает их, даденные потом отдая результаты опрацовки назад. При этом малюю на экране пригожие графики, вы можете этим любоваться и гонориться, что может быть, на вашем компьютере николи знойдуть иншопланетян. Лечится, что треба скакать от радости и крика журналистов, коли вы убачите на экране вось такое, что на некой фиксованной частоте сигнал почти нарастать, потом убывать. Чому так отрымливается? У большинства радиотелескопов, которые выкористовываются для этих пошуков, и они нерухомо стоят, а небо просто прокручивается над ими, и они сканируют таким чином полоску неба. И на протягу 72 секунд, ну там плюс-минус там, для разных телескопов, этот сигнал будет нарастать, покуль объект трапляет в поле зроку, потом будет убывать, покуль он выходит с поля зроку. И вот такой сигнал, до речи, одночи был зловлен на гигантском радиотелескопе у Аресиба. Это сигнал «Вау!». Его так и называли, потому что у той час не было еще компьютера в нашем разумении, просто на стужце самописца выбивалося таким символьным кодом узровень сигнала. Нема ничего, значит, 0, 1, 2, 3, 4, 5, после девятки А, Б, С, Д, и там весь алфавит. Фактически такая была система сорокичности, как ее назвать. И вот у одного места, сярод один, и троек, раптом вот такое слово матерное написал компьютер, выбил, что, ну, бачите, Q, U, это вельми высокий узровень, ровно на одной частоте, ровно с тем профилем, как предсказывает теория. Ну, лаборант, я сидел побач, здивился, обвел это, написал «Вау!» И этот сигнал так и вошел в историю, как «Вау!». На жаль, это амаль один сигнал, який удалось зафиксовать подобного рода. И он пришел с узорья, с накерунку, с узорья стральца, был как раз на частоте, отповедающей этой должине хвали 21 сантиметр,
Але потым, колькі не спрабавалі праслухоўваць гэтае ж месца, гэтую зорку, там дзве магчымых кропкі патэнцыйна, адкуль гэта магло прыйсці, некалькі дзесяткаў гадзін яшчэ было патрачана на іншых тэлескопах, нічога адтуль больш не прыйшло, на жаль. Сапраўды застаецца загадка, што гэта было. Падобная сітуацыя яшчэ паўтарылася, ёсць яшчэ адзін сігнал з цікавай назвай, але там таксама частата была самая правільная, і таксама разгадкі пакуль няма, бо сігнал не паўтарыўся, ніяк інфармацыі не нёс, акрамя проста выпраменьвання на пэўнай частаце. Таму мы пакуль нічога не можам сказаць. Мы актыўна і самі свецім на іншыя зоркі, перадаем туды таксама наша паведамленне. Асабліва гэта тычыць бліжэйшых зорак, падобных на Сонца, у якіх, можа быць, ёсць землепадобныя планеты. Стывен Хокінг, вядомы фізік, заклікае не рабіць гэтага, таму што, кажа, вось, напрыклад, еўрапейцы прыплылі некалі ў Амерыку, што сталася з індзейцамі. Гэтаксама і мы паклічам зараз сабе іншапланецян, і невядома, чым гэта яшчэ можа скончыцца. Ну, хоць Хокінг з дзядзькай са сваімі заваротамі, але ў гэтым частка, можа быць, праўда таксама ёсць. Апошнім часам у пошуках цывілізацыі, на жаль, нарастае скепсіс. Пакуль скепсіса не было, чаму б нам самім не патэлефанаваць іншапланетянам, раз нам яны нічога не пасылаюць. Вось новы кітайскі тэлескоп збіраецца гэтым самым займацца параслухоўваннем і адпраўка сігналаў, хаця гэта хутчэй папулізм, трошкі будзе працаваць. А ў 1974 годзе на 300-метровай талерцы ў Арэсіба якраз паслалі паведамленне ў накірунку гіганцкага шаравога скопішча М-13 у сузоры Геркулеса. Такіх пасланняў было шмат, гэта проста самае знакамітае. Чаму выбралі шаравое скопішча? Таму што тут каля 100 тысяч зорак. Абавязкова хоць каля адной хтось жыве. Давайте пашлем. Паведамленне было такое вось, як вам раздалі. Адзінкі, нулікі, вось такія біты інфармацыі на той самай частаце, 21 сантиметр даўжыня хвалі. Трэба было іх усе прыняць, без памылкі. Здагадацца, што іх тут 1679. Што гэты лік дзеліцца толькі на 23,73. Раскласці на 23 слупочкі 73 радочкі, дзе нулік маляваць пуста, дзе адзінка зафарбоўваць клетачку. І атрымаецца вось такая карцінка. Калі справа няма анатацыі, вы нават маючы карцінку, я не ведаю, ці зразумееце, што чалавечка вось я бачу. А тут, як вы бачыце, зашыфравана і памеры тэлескопа, будова сонечнай сістэмы, і нават будова малекулы ДНК. Ну, а падобнае заданне, якое вам раздаваў, там 49 біт было, 7 на 7 памножыць, таму матрыца 7 на 7, вось такое сардэшка. Мусіць, гэта была іншапланецянка, якая перадавала. Калі не хочуць яны раптам з намі... дарэчы, наконт папулізма. Справа ў тым, што хоць вельмі цяжка здагадацца, ці разгадаюць гэта паведамленне, ёсць яшчэ большая цяжкасць. Да шаравога скопіша 24 тысячы светлавых гадоў. Калі яны не будуць тармазіць і адразу ж адкажуць, то праз 48 тысяч мы атрымаем адказ. Так што, ну, як вы бачыце, хоць гэта вельмі вядомая падзея ў навуцы, наўрад ці яна хоць штосьці карыснае прынясе. Калі не хочуць нам тэлефанаваць, то давайце-ка мы з вамі што-небудзь ім пашлем. Напрыклад, невялічкае пасланне, ліст пашлем, паштоўку. На касмічных апаратах піянеры, якія пакінулі межы сонечнай сістэмы, былі прымацаваны вось такія шыльдачкі. Як вы бачыце, тут на іх дзядзя, цёця на фоне касмічнага карабля, сонечнай сістэмы, дзе ўказана, адкуль карабель, і нават на іх нармальнай паштоўцы зваротны адрас. Тут указано размещение Солнца относно ближайших зорок пульсаров с частотами пульсаров и отлеглостями до их. Пытание, у чем будем мерять отлеглость? Вот тут самое интересное. Треба догадаться, что вот эти два кружочки тут намалеваны. Гэта атам, так званы пара вадарода, гэта атам ортавадарода, дзе спіны сунакіраваныя і супрацьлеганакіраваныя ў ядра электрона. Пры пераходзе паміж гэтымі станамі ўзнікае выпраменьванне, радыёвыпраменьванне з даўжынёй хвалі 21 сантиметр. Гэта мы бярэм за адзінку даўжыні. Вось калі нас дагадаюцца, то тут усе памеры, усе адлегласці указаныя ў адзінках 21 сантиметра. Калі не хочуць паштоўку, то мы давайте пашлем цэлую пасылку. На апаратах серыі Voyager, якія таксама пакінулі сонечную сістэму, былі прымацаваны цэлы дыск, прычым з інструкцыі да яго прайгравання. Згодна з гэтай, ну вось, сам дыск і грампластінка, якая была. Тут на дыску ёсць інструкцыя, вы бачыце ўжо знаёмы адрас, знаёмы нашы вадароды, па якіх трэба разабрацца ў адзінках даўжыні. А тут схема, якая тлумачыць, як пры дапамозе іголкі, патефона фактычна, вывесці гук і нават карцінку на экран па радочках, як у старых тэлевізарах. І калі вы гэта зробіце, у вас на экране павінен спачатку з'явіцца вось такі кружок. Так вось, на гэтым дыску было шмат, па-першае, гукаў зямлі, шмат галасоў простых людзей, прамовы прэзідэнта США, канешне, і карцінкі, вось некаторы з гэтых карцінак я так проста пакажу парачку апошніх. Першыя карцінкі гэта быў кружок і наш зваротны адрас,
А далей мы их вучым лічыць по-нашаму. Тлумачым нашы лікі, лічбы, тлумачым вось адзінкі масы, таксама ў масах атама вадарода пачынаецца ўсё. Адзінка даўжыні гэта якраз тая самая даўжыня 21 сантиметр. А потым у гэтых адзінках даем ужо там тлумачым, што такое кіламетр і гэтак далей, і расказваем пра маштабы сонечнай сістэмы, там ёсць вот каляровыя фотаздымкі некаторых аб'ектаў сонечнай сістэмы. Расказваем пра нашу планету, расказваем пра будову чалавека падрабязную, пра тое, як людзі нараджаюцца. Вось не хоча паказваць, як яны нараджаюцца. Простейшая схема, і потым дзеткі, якія нарадзіліся. Што самае цікавае, вось гэту карцінку хацелі ў выглядзе фатаграфіі даць цяжарную жанчыну. Чамусьці цэнзура не прапусціла, вось цікавы факт, не захацелі менавіта здымак, хацелі толькі схему жанчыны з хлопчыкам у жывоціку. Але, на жаль, калі казаць пра маштабы міжзорнай прасторы, я люблю паўтараць. Калі сонца ўзяць шарыкам памерам з 1 сантиметр, то бліжэйшая зорка будзе ў Брэсце. Гэта бліжэйшая. А сярэдняя адлегласць як ад Мінска да Масквы можа быць у такім маштабе. Вось уявіце, адзін шарык тут, другі ў Брэсце, трэці ў Маскве, чацвёрты ў Кіеве. Паміж імі ляціць маленькая-маленькая пясчынка Voyager, якая верагодна, што яго зловіць такая ж маленькая пясчынка з іншапланецянамі, на жаль. Таму па сённяшні дзень, на жаль, цікавасць да іншапланецян у навукі пачала ўгасаць. Лічыцца, што не варта траціць грошы на тое, што нас тут трацілі 50 гадоў запар. І сярод тых, хто працягвае гэты пошукі, застаюцца такі самыя адданыя фанаты. Асабіста я скажу, што, на жаль, таксама перастаў верыць у іх аснаванні, на тому ёсць нейкія асабістыя прычыны, але як вось чалавек, які гэты плакат часта выкарыстоўваў, вельмі-вельмі спадзяюся, што калісьці ў будучні ўсё ж такі хтосьці нам патэлефануе, ці прыляціць, ці штосьці мы пра іх даведаемся. Дякую за увагу.